приветствовать вас на столь замечательном и интересном событии. Сегодня будет презентация альбома Cycle of Return. А презентовать вам ее будут замечательные исполнители, виртуозы своего дела, композиторы и превосходные люди. Под ваши аплодисменты Влад Гершевич! И снова под ваши аплодисменты Ронни Баран! И, наконец, под ваши же аплодисменты Алекс Некрасов!
Влад Гершевич. Гершевич, фортепиано, Рони Бабак, Дарбука Пердусия. Меня зовут Алекс Некрасов. Мы очень рады, что вы пришли на наш концерт сегодня в этот
замечательный клуб Алексея Козлова, моего тезки и тезки по инструменту, если так можно выразиться. А вещь, которая сейчас прозвучала, называется Aspiration, что в переводе с английского на русский означает «стремление». Это один из треков на нашем новом альбоме Cycle of Return, который мы сегодня вам презентуем. Следующая вещь, которую мы сыграем, так и называется Cycle of Return. То есть это заглавная вещь альбома. Ее написал Ронни Барак. В принципе, можно перевести ее как цикл возвращения. Возвращение куда, спросите? Возвращение Ронни из мира. То есть он ездит по всему миру, путешествует, играет. Возвращается он в штат Колорадо каждый год. И это уже происходит в течение 14 лет. И эта вещь об этом. Cycle of Return. Thank you.
вами Барак. Хорат Силвер, да, по-моему? Nika's Dream. Кто ее написал? Хорат Силвер. Пианист. Мы сейчас сыграем вам джазовый стандарт. Кто, может быть, видел, мы его уже на YouTube опубликовывали. В нашем таком собственном своеобразном ключе. Nika's Dream переводится как «Сон Ники». Сейчас вы послушаете нашу интерпретацию ее сна. И в общем, наверное, у каждого из вас в голове возникнет собственная такая картинка сна. И каждый из вас будет прав. Nika's Dream. Thank you.
Ильич! Thank you.
Которую мы исполним с нашего нового альбома Cycle of Return. Это моя композиция, которая называется As If She Never Answered. В переводе означает, как будто бы она так и не ответила. Была написана мною в 2008 году для совершенно другого проекта. Но жизнь так сложилась, что написав за 2 недели весь альбом, 10 вещей, по-моему, я тогда написал. Все разъехались по другим городам спонтанно, джазовые музыканты. И альбом не случился. Но потом, когда появился Ронни Барак, и мы начали искать материал для нашего альбома Cycle of Return, почему-то я вспомнил про эту вещь, и вот Влад и Ронни тут же мне сказали, что она обязана быть на альбоме. И я не возражал, потому что иначе она бы просто у меня лежала в долгом ящике. As if she never answered.
Грустно. Сейчас Ронни Барак для нас сыграет сольную импровизацию. Она каждый раз разная. Зависит от того, как люди в зале отвечают на наши ноты. Что сейчас прозвучит, никому не известно. Единственное, что известно, что это будет просто сногсшибательно. Поэтому хорошо, что вы все сидите. Продолжайте сидеть. Но хлопайте. Ронни Барак. Thank you.
Георгий Барак. На всех инструментах перкуссии одновременно. Всеми четырьмя руками и тремя ногами. Сейчас мы вам с Владом вдвоем исполним совершенно другого стиля вещь. Пока Ронни у нас отдохнет. Называется она In Your Own Sweet Way. Это джазовый стандарт. Как его перевести? Я даже не знаю, как его перевести. Мы его просто сыграем. Пока мы играем, мы будем усиленно думать, как его перевести. Кто-нибудь задался вопросом, что такое вот это, на чем я играю? Тот, кто не был на наших предыдущих концертах. Задались? Мы не были. Не были. Хорошо, спасибо, что пришли. Я расскажу вам немного. Это называется электронный духовой инструмент. Он, в принципе, абсолютно всеяден, и у него очень много тембров. Я вам еще потом во втором сете покажу, что он умеет делать, помимо баса. В общем, это совершенно отдельная такая штуковина. То есть саксофонисты теоретически могут на нем просто так взять и сыграть. Я на нем уже играю 20 лет. И чем больше я на нем играю, тем больше разницы я чувствую между саксофонами и им. Потому что как бы единственное общее, что у них есть, это то, что туда надо дуть. Все остальное у них разное. Вот. И также можно сказать, что чем больше я играю на этом инструменте, тем хуже у меня получается играть на саксофонах. И наоборот, чем больше я играю на саксофонах, тем сложнее мне становится играть. То есть это такое, как бы, это такие весы, это такой баланс, который надо соблюдать, если я хочу как бы показывать себя в лучшем ключе на всех этих трех инструментах. Но бас не только я играл, если кто-нибудь заметил. То есть у нас тут виртуальный басист, это такой басовый дух, который летает, витает над сценой, и он смотрит, кто что играет, и когда Влад решает сыграть замечательное соло на фортепиано, басовый дух вселяется в меня, и мне ничего не остается, как перейти на электронный духовой инструмент и играть на нем партию баса. Но также и наоборот. Как только мне взбредет в голову сыграть соло на саксофоне, тут же дух из меня происходит экзорцизм. Экзорцизм, по-моему, это также русское слово, правильно? И тут же Влад начинает играть бас левой рукой. То есть басист сегодня у нас состоит из левой руки Влада и электронного духового инструмента. Сейчас мы вам сыграем... это, в принципе, да, это будет straight ahead. Как straight ahead перевести? В общем, скажем так, основное течение джаза. Надеюсь, вам понравится. Thank you.
Thank you.
Спасибо, Влад Гершевич. Электронный духовой инструмент. Рони Барак. Алекс Некрозов и Влад Гершевич. Sorry, I'm going to speak in English, just like a few words. I'm glad to be here in Moscow. This is our third gig, and I'm so happy to see you. And I'm very grateful and honored to play with Alex and Vlad. They are one of the best musicians that I have performed with. So thank you again for coming, and enjoy the rest of the night. Thank you. Сейчас мы сыграем заключительную композицию этого сета, которая называется Home Inspiration. Ее написал Рони Барак. Это переводится приблизительно как «Вдохновение родным домом». Она имеется на нашем альбоме «Cycle of Return». Thank you.
Рони Барак, Влад Гершевич. Меня зовут Алекс Некрасов. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Спасибо. Thank you.
Спасибо. Влад Гришевич, Роми Барак. Это был Loverman. Сейчас мы сыграем композицию с нашего альбома Cycle of Return, который называется Brazil Lebanese. У нее нету перевода. Мы ее все же сыграем, даже без перевода. Написал ее Рони Барак. Thank you.
Вещи нет названия, потому что я просто не успел его придумать. Я думал, конечно, но ни одно не подходит. Может быть, кто-то из вас подскажет после того, как я ее исполню.
спасибо. Вещь без названия. Электронный духовой инструмент. Электронный коньяк. Да, это если вдыхать, а тут мы только выдыхаем. Но эффект похожий, кстати, происходит даже от выдоха. Thank you.
Сегодня, которая называется Be Rooting Round. Это вещь также с нашего альбома Cycle of Return. Thank you.
Влад Гершевич. Рони Баран. И, конечно же, Алекс Некрасов. Дамы и господа, спасибо, что посетили наш сегодняшний вечер. Давайте же наградим аплодисментами этих замечательных людей.
Влад Гершевич. Рони Барак. И Алекс Некрасов. Дамы и господа, хочу вас еще раз поблагодарить за то, что пришли к нам сегодня на наше событие. Всем огромное спасибо и хорошего вечера.